Привет, я надеюсь, вы посмотрели обзор на этот набор. Возможно, у кого-то из вас поменялось мнение о нем. Как и обещал, в этой серии я покажу вам первый этап доработки модели, так называемый Stage 1. Поехали! После каждого приводного мотора, переднего и заднего, есть две ступени понижения, которые мы можем изменить в пользу повышения крутящего момента. С задним мостом это легче всего. Мы просто снимаем пины. Я сделаю варварским способом пластиковые балки. Я их отогнул, и теперь аккуратненько вытащу красные пины. Здесь нас ждет вот такая вот конструкция. Снизу черная шестерня, сверху бежевая на 20. Нам нужно поменять их местами, тем самым мы увеличим крутящий момент на задней оси. Бежевую ставим снизу, а черную сверху. Теперь поменяем передаточное отношение для переднего моста. Здесь достаточно снять вот эти синие пины. Снимаем бисквитик. Бежевую перемещаем вниз, а черную вверх. Первое, мы посмотрим с вами, какой максимальный угол теперь может взять этот полукраулер. И дальше мы вернемся туда, где мы начинали обзор основной модели, на улицу. Я уверен, что при подъеме на гору данные колеса будут проскальзывать. Все-таки они недостаточно резиновые. Поэтому у нас есть резина для RC моделей. Часть резины уже здесь не свежая, особенно вот эта вот старая. Она была куплена еще лет 5 назад, когда появился первый краулер. И она уже достаточно такая скользкая. Резина, как видите, со временем теряет свои свойства сыпные. Также вот эта резина, она достаточно быстро деградировала. Есть еще RC4 VD. Нет, это их копия с Алиэкспресса. Они достаточно хорошим трением еще обладают, поэтому на них, если что, мы будем рассчитывать. И вот эта вот резина RC4 VD очень хорошая. Это Mood Slingers. У них есть реальный прототип. Блогер, наверное. Вот. Кстати, вопрос сразу к тем, кто занимается RC. Посоветуйте хорошую большую резину размером 1,9 дюймов для этого краулера и диаметром, ну, как минимум, наверное, 12 сантиметров. Что посоветуете? Может быть, с AliExpress, может быть, брендовая. Есть ли смысл переплачивать за какие-то ProLine или даже Pitbull? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И также я рассмотрю, наверное, еще вариант резины 2,2 дюйма, которые садятся хорошо на диски от Porsche. Может быть, они даже будут лучше, большой размер. Спасибо. 37 градусов. Надеюсь, хватит сцепления. Ребята. Сейчас застопорится, мне кажется, задний мост. Все. Он не выдержал нагрузки, потому что я параллельно с движением поворачивал колесами. Это была дополнительная нагрузка для блока питания. Но мы увидели с вами, что перед шлифует, а зад берет практически всю нагрузку на себя. Особенно, когда мы наклоняем грузовик вот так, у нас вес, который смещен назад, он еще сильнее, получается, загружает заднюю ось. Ну, примерно 41-42 градуса. Машина, скорее всего, не заедет. Просто ей будет слишком сложно забраться на такой резкий перепад. Но мы ей в дальнейшем поможем, я думаю, да ведь? Да. Сейчас попробуем ей помочь. Да, передку не хватает сцепления, и вся нагрузка ложится на задний мост, поэтому 42 градуса мы не берем, но это уже очень крутой результат для любого краулера. Давайте, чтобы облегчить задачу ему, мы возьмем резину чуть поменьше, здесь диаметр 95-94 миллиметра, это будет как колеса на прошлом краулере такого же размера. У них лучше сцепление, поэтому я надеюсь, что шлифовать так не будет уже. 41 градус, давайте попробуем заехать. Отлично, да? 45 градусов. Поехали. Нет. А задом легче будет. Здесь уже просто законы физики работают против. 45. Стоит на месте. Итак, что я могу сказать? Как вы видели, он отлично ползет. Ползет он хорошо на колесах чуть-чуть меньше стандартных. При том, что мы сделали только первый Stage 1 тюнинг. Если мы сделаем еще Stage 2, то есть тут у нас есть еще одна передача, и такая же передача есть там. Если мы тоже так же поменяем там шестеренки, как мы сделали ранее с другими передачами, то у нас он поедет еще в два раза примерно медленнее, и тяга будет примерно в два раза больше. И тут, как вы видели уже на примере с подъемом, уже играет роль даже не
не крутящий момент, а сцепление колес. Вот у нас на 45 градусах модель, в принципе, уже поднимается при условии, что заезд обеспечен плавный. И больше уже начинает сказываться то, о чем я говорил в обзоре, что это не влияет. Это смещенный назад центр тяжести. Он реально здесь смещен назад, и когда машина поднимается в уже действительно крутые подъемы, смещенный блок, он находится прямо над задней осью. Считайте, центр тяжести почти полностью переходит у нас назад при 45-градусном подъеме. Само собой, сцепления спереди никакого не будет, поэтому делайте выводы, господа. Теперь нужно запастись резиной большого размера, даже больше, чем эти, и больше, чем RC-шные колеса, понизить его еще, и следующее видео не за горами. Назад, назад. Вперед, назад, раскачивайся. Не выходит. Вперед. А направо попробуй колеса. Смотрите, что вас ждет после покатушек по грязи. Самая низкая точка машины. Ахиллесова пята вся в глине, посмотрите.
Если вы все-таки собрались играть им на улице, то запомните несколько вещей. Во-первых, вот эти штуки очень боятся воды, боятся пыли, особенно когда вы едете по песку, по сухому грунту, а еще если ветер, пыль поднимается, то вы гарантированно эти штуки убьете. Воды, влагу сюда тоже не допускать. Можно сделать так, попробовать замазать этой жидкой смазкой каким-нибудь солидолом с этой стороны и со стороны обратно, где у нас входит привод. Это первое. Если соберетесь штурмовать какие-то водные препятствия, то лучше делать это там, где у нас каменистое какое-то дно и вода, соответственно, прозрачная, чистая. Если там песок, земля, не знаю, там глина, крайне не рекомендуется. Либо заезжайте в воду строго до ступиц. Можно повысить клиренс, просто взяв колеса гораздо больше, чем стандартные, там 120-130 мм, сделав необходимые изменения в трансмиссии. Также обратите внимание, на какой высоте находятся моторы, и, соответственно, воды до высоты моторов не допускайте. Как вы видели в тестах, слабое место, во-первых, это передний редуктор, который решается только увеличением клиренса за счет больших колес. Второй момент – это вес, смещенный назад. Из-за этого, когда мы заезжаем на какое-то препятствие крутое, если колеса встречают сопротивление в виде какого-то там, не знаю, ступеньки, ему тяжело заехать, потому что один мотор задний, он не вытягивает. Поэтому желательно штурмовать какие-то крутые подъемы, лесенки по диагонали, чтобы колеса поочередно заезжали, левое и правое. Не расценивайте все это как призыв к действию, лучше такой вещью все-таки играть в помещении. За последствия я не отвечаю.